Здравствуйте! Хочу предложить вашему вниманию обзор телефончик от компании JAZZ5, JAZZ5 Brick. Данный телефончик идет в серебристой такой, как подарочной упаковке. Обладает дизайном от Артемия Нелебедева. Такой вот пенал. Сам телефон. Оранжевый шнур зарядки microUSB. Стереогарнитура таблетки. Разъем 3,5. Зарядное устройство оранжевого цвета с выходом USB. И батарейка 1000 мАч. Здесь еще огромная иллюстрированная инструкция на русском языке. Телефончик, как вы обратили внимание, лимонного цвета. С правой стороны по-английски написан дизайн от Артема Лебедева. С внешней стороны здесь идут крупные цифры. По-русски все буквы, достаточно большим шрифтом. Слева идет, соответственно, FM кнопка. Для радио здесь клавиша громкости. Справа механический выключатель фонарика. Внизу микрофон. Выход зарядки microUSB. И для, соответственно, док-станции разъем, что можно вставить. Сверху идет разъем 3,5. Линза фонарика и достаточно большая антенна для радио, что позволяет данному аппарату воспроизводить радио, не включая наушники. Сзади кнопка блокировки, отверстие для динамика и сама задняя крышка, которая скрывает отсек, куда помещается батарея, и вставляется сим-карта. Батарейка здесь, как я говорил, 1000 мА. Немного напоминает нокиевскую. Как видите, телефон не включил, а фонарик, тем не менее, работает. То есть одна из особенностей данного аппарата. Далее Just заявляет, что это их единственный телефон, который может стоять на всех гранях. Дисплей выполнен в контрастном цвете, черно-белом, но сам дисплей цветной. Позже я вам покажу, почему он цветной. Здесь идет у нас с вами стандартное меню. Первое идет сообщение, потом идет раздел звонки, контакты, органайзер. В органайзер входит будильник, калькулятор, календарь, радио и JazzTrip, счетчик и игра. Следующие настройки. Меню настройки идет, первый пункт идет телефон. В телефоне выставляем время, дату, выставляем язык, график включаем или выключаем. Также можно включение и выключение телефона здесь выставить, как вы обратили внимание, график.
Следующий идет режим звука. Здесь сама настройка звука, входящего звонка. Можно выбрать. Как вы слышите, динамик достаточно большой, громкий. Всего здесь 7 мелодий. Будильник. Здесь также вставляется мелодия будильника, их всего 3. И сообщение без звука. И 4 тона. Тип сигнала здесь вставляем только звонок, только вибрация и вибрация и звонок, и без звука. Здесь также вставляем кнопок, громкость. Как вы обратили внимание, здесь звонок очень громкий. Ну и также тон клавиш. Здесь тоже можно сделать их достаточно громкими, чтобы человек, который набирал, четко слышал, что набирает. Или полностью выключить. Вызовы здесь, уставил режим, пин-код и установить из адских настроек. Вот все настройки. Как видите, телефончик простой, необычный, своим дизайном, своими клавишами. Такого телефона мало где встретишь. Все сделано, заряжено здесь на позитив. И вот в органайзере я нашел игру «Гонки». И вот она показывает, что, оказывается, дисплей у нас здесь цветной. Как вам обратили внимание, это действительно так. Как вы видите, радио здесь достаточно мощно, что даже с убранной антенной хорошо ловит. Он был здесь порядка 15 сантиметров. Прям хорошо держит, действительно уверенно. Запуск слышится очень громко. Прикольный аппарат с большой антенной. С клавишей блокировки необычной сзади. В основном его, конечно же, имеет схожую с Jazz 5 SP10S основу, такой же интерфейс. Отличается длинной FM-радио антенной, кнопка блокировки на тыльной стороне вместо кнопки Super и наличие автоблокировки. А также полностью отсутствует функция SOS. Вот такой вот необычный аппарат от компании Jazz. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, ставляйте свои вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Всего доброго, до свидания.